Всем привет! Умер легендарный Диего Марадона, но давайте обо всем по порядку. Скончался легендарный аргентинский футболист, чемпион мира по футболу 1986 года, Диего Армандо Марадона. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN. Причина смерти – остановка сердца. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября его выписали. Сегодня у аргентинца произошла остановка сердца, после чего он был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских Аргентинос Хуниорс, Бока Хуниорс и Ньюэллс Олд Бойз, испанских Барселоны и Севильи, а самый успешный отрезок карьеры провел в Наполи. В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира 1986 года и серебро чемпионата мира 1990. Во время чемпионата мира 1994 года он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев. После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010. С 2019 года работал с клубом «Химнасия» из Ла-Планты. А на этом все. Что думаете, пишите в комментариях. Поделитесь этим роликом с друзьями и близкими. Поддержите подпиской, поставьте лайк. Также можете поддержать донатом, ссылка в описании. Пока!